Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, быстренько заходим на тренировку и забираем наших ребят. И опять же их ставим тренироваться. Да, замкнутый круг получается. Так, ежедневное испытание. У нас ведьма в награду идет. Нет, ребят, ведьма у нас прокачана по фулке, поэтому я ее не буду выбивать. Так, запрос. Ну что, 15 карточек пряничного домика. И выпадает нам служитель тьмы, лучница, жаба с пушкой и, короче, деньги. Давай тогда быстренько сейчас пройдем. Ох, 18 карточек ножница. Это прилично. Это мне нравится. Так, выберем с тобой отряд. Блин, ну давай вот этот вот. Кто-то говорил в комментариях: Рэй, играй арену. Ребят, я на арене могу просто слить все свои попытки и далеко не уйти, поверь мне. Поэтому я не вижу смысла. Лучше я буду проходить сюжетку основную. Ну, не знаю. Я не вижу смысла вот в этой арене. Наград круче ты не получишь, даже если там очень далеко уйдешь. Так, ну что, мы остановились. Так, а здесь у нас что? На территории роботов я не допрошел, видимо, этот уровень. Судя по всему, не получилось, да? Поехали, будем исправлять наши прошлые ошибки. Богиня Солнца. Ну, против роботов я бы не сказал, что она, конечно, хорошо здесь рулит. Так... Слушай, толкатель, блин, он же меня тогда просто выбесил из себя, этот толкатель. Давай-ка мы, наверное, ниндзю здесь поставим к нам в помощь. Отлично. Видишь, что он делает? Толкунчик несчастный. Ай-яй-яй-яй-яй, ниндзя погибла. Ни за что. Нате вам, двоим, обоим. Ниндзя, сейчас толкатель тебя... Нет, не успел. Толкатель просто хотел, но не успел прыжок свой сделать. Вот он, поганец несчастный. Ну что, будем вызывать богиню солнца? Ну, я думаю, что можно, да? Что там? Оп, карточка на бомбера. На тебе. Такие два идут. Непоколебимые солдаты. Давай-ка еще одного ползуна позовем. Ну все, по-моему, здесь, ребята, их песенка спета. Самурай настырно идет в бой. Понимаешь, просто настырно. Так, ну что, у нас остается последний заключительный этап. И здесь у нас термин 9000. Такая, знаешь, небольшая отсылка на терминатора. Да? Термин. Ну что, давай-ка попробуем, наверное, накопить сразу на ведьму. Нет, не получится сразу на ведьму накопить. Ладно. Сейчас попробуем. Вот со второй попытки, ребят, попробуем сейчас. Блин, не получится. Они не дают. Хотя, если вот так сделать. Не забывай, если выйдет термин, то ведьма нам не поможет. Он ее снесет. Давай, 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 родные мои. Посмотри, какой Ронин хороший. О, а вот об этом я, ребята, и говорил. Ты серьезно? Просто Ронин запинал его. Тогда все, ребята, изи победа. Изи катка. Я даже, честно говоря, не ожидал, что вот так вот у нас получится круто. Давай заберем награды тогда. Сундук робота.
Да, это все у нас есть, все прокачано. Так, а сколько у нас там? Ух, ё-моё, долго еще тут пиликать. Ну что, территория захватчиков, пришелец. Хитрый, подлый пришелец у нас тут будет. Давай-ка, наверное, вот этим отрядом будем доигрывать. Ну что, если он даже будет, ребята, похищать у меня ползуна, ну, конечно, не хотелось бы, да? Чтобы он его похищал, а еще, не дай бог, против меня же выставлял. Ты серьезно, гаденыш? Ты меня перехитрил. Ты просто меня перехитрил. Ага. Захотел чего? Чепушил несчастный. Правильно и сделали, что мы его уничтожили. Пришельца этого никчемного. Вот это плохо. Да все, 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 тут победа. Тут, друзья, победушка за нами. Так, у нас квест завершен. Ну что, второй этап. Давай смотреть, здесь у нас воблер добавляется. Ну, воблер, да, ребята, он задевает и наземные воздушные цели. Плюс у него очень быстрые эти батаранги, которыми он крутит. Но, по-моему, он очень слаб против... Хорошо, что мы никого не выпустили, да? Так, поехали. А вот и охламон вышел. Так, нам надо это... Ну, успели, успели, ребята, освободить нашего самурая. Ну, вообще топово. Ну, а тут самурая мы не успели уже спасти, к сожалению. Так, ну тут уже можно ускоряться, тут уже победа, ребят, однозначно. Все. Ни единого шанса мы ему не оставили. Ну что, следующий будем брать поединок. Так, здесь прибавляется слизень-морпех. Окей. Что нам слизень-морпех? Да ничего. Постреляет единственное, что да, он, у него массовая эта атака. Но я думаю, мы справимся. Так, выпустил, да? Слушай, я думал, сейчас будет этот пришелец, но пришельца я не увидел. Стоп, 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 стоп. На тебе. Успел вовремя. Чух. Против пришельца хорошо сыграли мы сейчас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, упал. Так, здесь тоже отлично. Давай еще одну ниндзю возьмем. На. По-моему, все. Доигрался паренек. Так, ну а мы двигаемся, конечно же, дальше. Предпоследний поединок. Кстати, у него здесь тоже есть ползун. У него, друзья мои, тоже есть ползун. А что если мы своего... Давай так сделаем тоже. Ползун на ползун. Так, ну здесь уже надо вот так вот делать. И самура... Блин, идет, 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 пакость. Есть. То, что я хотел, то я и получил. Блин, впустую ураганчик у нас сейчас пролетел. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что же ты сделаешь, а? Вот же навозник.
Взял, похитил, а? На тебе. Слушай, он заколебал, а? Ну, есть. Блин, ниндзя. Вторая жизнь у нее была, у ниндзя моей. Так, давай допинываем. Бедный самурай. Он, ребят, хотел его против нас завербовать, но ничего не получилось. Вот и сказочки конец. У нас остается последний поединок, верно? Верно. И на последнем поединке мы возьмем наш супер-пупер турбоотряд. Сейчас мы здесь разрулим все по-быренькому. Обычно, когда этим отрядом играем, у нас все очень быстро получается. Я могу вызвать Ронина. Подожди, нет, ребята, я вру. Нет, 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 нет. Вот это да. Вот это, ребята, я сфейлился. Опять же, только из-за того, что этот пришелец вонючий, он просто захватил моего воина и... просто на изи. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну давайте уже, все. Это, конечно, победа у нас, но... я буду переигрывать, друзья. Я буду просто переигрывать. Тупо. Такой расклад меня не устраивает. Офигеть, этот пришелец вшивый. Он все мне карты, ребята, испортил. Видишь? И опять то же самое. Ты посмотри, он опять то же самое делает, друзья. Ну, тут хотя бы повезло нам. Тут нам хотя бы повезло. Причем довольно солидно повезло. Да-да-да-да-да. Вот именно так. Всех их к ногтю. Подожди, подожди. А чего я радуюсь? У нас же пришелец никто не отменял. Он в любую секунду может вылететь. Так же, как и лорд пустоты. Ух. Офигеть. Поехали. Так, минус, минус. А вот этого не добили. Ураган есть. Сейчас добьет она его. Красавица. Рони нас спасли, но... он уже дохлый. Дохлый оказался. Молодец. Смотри, смотри, что делает. Не успел завербовать, и прыгуна мы спасли. Шикарно. Так, ребят, ну что, забираем наши награды. Уже честно заслуженные. Лорд пустоты, 9 кристаллов и 10 жаб с пушкой. Ну что, остается территория нежити до следующего портала. Так, я, наверное, возьму вот этот отряд. Там у него кто? Банши, насколько я помню, да? Блин, и голем. Банши и голем. Так, нам нужен зомби-камикадзе. Отлично. Отлично, он их тут подорвал. Ой, зачем, зачем я вот это делаю? Эй! Ой, инвалид, а? Я сам себе навредил. Мне нужна друидка.
Вопрос только в другом. Давай, 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 друидушка. Ты будешь хилище эти... Вот, ставит, все, ребят. Замок мы залечили. Теперь можем уже и нападать. Квест завершен, назад. Давай, 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 там накумаривайте их всех. Шикарно. Так, ну что, ребят, делаем ускорение, потому что тут уже, понятное дело, победа за нами. Сам видишь, ему ничего не сделать, когда друидка стоит сзади, бросает свои тотемы. Тут, извини, ничего поделать уже нельзя. Как бы это грустно ни звучало. А вот с прыгуном... Слушай, интересно, зомби-камикадзе может прыгуна сразу наказать? Ну, вот этот вот. Надо проверить, да? Блин, хотел проверить. Ладно. Блин, прыгун-то, конечно... А что он не вызывает прыгуна? Где прыгун у него, ребят? Он должен появиться. Я чувствую, что он должен появиться. А вот и он. Е! Прижучили мы его. Опять прыгун, ребята. На тебе. Когтями он там своими начал буянить. Тут что-то, конечно... Опять ты? Где-то мой этот, я не вижу, ребята. Я что, не вызвал, что ли? Слушай, они нас продавили. Как бы это нелепо не звучало и не смотрелось. Я немного в шоке. А если честно сказать, я в охрененном шоке. Как так-то? Как так-то? Они нас просто прожимают. Ребята, у меня времени осталось 46 секунд. На все про все. Вот сиди, делай выводы. Блин, да вы что, оборзели, что ли? Прыгуна не можете там завалить. Несчастного. 25 секунд. Я даже не знаю, сможем ли мы, успеем ли. Я не уверен. А, мы не успели по времени. Ну что же, давай тогда ускоряться, фиг ли делать. Я немножко удивлен, что этим отрядом мы не успели с тобой пройти. Меня это немножко расстроило. Так, ну что же, раз тем отрядом не смогли, давай попробуем этим. Не надо мне. Прыгун бесявый, конечно, очень бесявый. Так, баллисты, баллисты, он будет прыгун как семечки щелкать, это я тебе однозначно говорю. На джиггернаутах мы тоже тут слишком далеко не уйдем. Да, нам только единственное, что будет помогать, это, наверное, баллиста. Другой альтернативы я пока не вижу, ребят. Вот он ползет. Смотри, сейчас что будет делать. Оп. Да, джиггернаут очень живучий, поэтому как бы... Для нас это огромный плюс. И то, что у нас здесь есть клетка. Оу, щит! Тьфу ты! А, ребят, подождите. Нам надо уложиться просто во времени. То есть на урон нам по барабану, да?
Все, я понял. Я понял. Ну, коль такое дело, то уж давай попробуем. Да ты посмотри, а. Слушай, достал он меня уже, этот прыгун, если честно. Просто заколебал. Жнец, будь добр, выйди, пожалуйста. Что они там делают, я не могу понять. Так. Сколько там? 41 секунда, ребята, по времени осталось. Есть. Прошли. Ну, я тебе скажу, было жестко, конечно. Было здесь жестковато. А здесь прибавляется когтистый. Ну что, вызовем, наверное, Джиггернаута в первую очередь. У нас все равно альтернативы нету. Ну а потом, конечно, надо будет вызывать баллисту-то в любом случае. А как она меня бесит, когда она начинает орать. Грифон еще возьмем. Так, а теперь я хочу призвать, знаешь, кого? Жнеца. Давай, дядя, выходи. Ты нам тут необходим. Шух. Блин, когтистый грифон. Он просто взял и уничтожил. Спасибо за карточку. Сейчас у меня тут армия зомби выйдет. У нас тоже уже когтисты есть. Ну ты понял, да, что тут им все, хана. Сопротивление просто бесполезно. Так, друзья мои, идем на предпоследний этап. Блин, опять возвращается прыгун. Ну что ты будешь делать, а? Еще и служитель тьмы. Ё-моё. Еще и служитель тьмы. Вот это вообще беда будет. Так, блин, жнеца, конечно, хотелось бы вызвать сразу же. Так, ну что же, выходит прыгун. Сейчас будет прыгать. Слава богу, без истерики. Выпрыгнул спокойно. Но перестраховываться все равно надо будет. Ну что, выпускаем дядю жнеца. На тебе. Жнец, ну что ты армию-то свою не плодишь? Ну вот, вот этого только не хватало мне, блин. Шикарно. О, пошел, пошел, зомбик. Все, по-моему, крышка. Конечно, ребят. Тут ему уже ничего не поможет. Отдай карточку сюда. Утащить захотел ее. Ну что у нас... Последний этап. Старый воин. Ну, старый воин это у него, а у меня ведьма. Насколько я помню, он здесь не успеет никого призвать. Ни своего старого воина, ни еще кого-нибудь. Так, подожди-ка. Сфига ли ты сразу двоих? Троих сразу же клепает. Эх, Ронин, как всегда, еле-еле ноги волочит. Так, ребята, у него же прыгун здесь, по-моему, еще, да? В плане, а почему ты этого не задела? Мне вот это сейчас было непонятно вообще.
Ёк-макарёк. Серьезно? Он успел, ребята, призвать деда. А ну-ка, дед. А, все, ребята, мы его уничтожили. Его заплевали наши чумные мыши. Просто заплевали. Я не знаю, почему он их не мог уничтожить издалека. По идее, он тоже уничтожает иноземные и воздушные цели. Видимо, они далеко от него стояли. Так, ребят, ну что у нас? Опа, отлично. Епископ, 14 карточек. Так, ну это терракотовый воин у нас есть. И жрица, по-моему, тоже прокачана. Ребята, следующий портал. Нефритовая долина. Территория захватчиков. О, опять, это вторая нефритовая долина. Долина подданных. А что-то, подожди, а что так мало-то? Раз, два, три, четыре, пять. Что-то я пропустил, да? А, нежить еще у нас тут. Что-то она как-то проскочила мимо меня. Так, ну что, терракотовый воин плюс самурай. Нефритовая долина против моей солянки. Блин. Я не успею, ребят. Или успею. Успею, успею, успею. Все нормально. Слушай, ну фехтовальщик завалил самурая. Да ладно, ты серьезно? Слушай, это для меня даже неожиданность. Это даже для меня неожиданность, что он смог это сделать. Круто. Красавец ему этот фехтовальщик. Что я могу еще сказать по этому поводу? Молодец, отлично просто сработал, ребят. Круто. Разбомбили. Ну что же, двигаемся дальше. Блин, у нас тут энергия закончилась. Вот на этом отряде еще есть. Так, ну что, у нас тоже есть всадник на журавле. И еще помимо этого у нас есть паладин. Поэтому погнали. Сейчас попробуем через нашего зомби взорвать их всех. Всех подорвали. Так, и всадника на журавле тоже пора бы уже вызывать нам. Не успел, да? Мы его оглушили. Ха. Блин, он офигел. Несколько раз, ребята, может в каменную свою статую превращаться. Так, у него самурай без истерики упал. Паладин мой упал. Что-то мне подсказывает, что тут ему крышка. Есть. Так, у нас и заморозка еще выпала. Она и не понадобилась. Так, дальше двигаемся, ребята. Третий этап. Вуджен. Да. Там, ребята, Вуджен, это плохо. Здесь, блин, по возможности надо призывать как можно быстрее друидку. У нас нет, у нас есть всадник на журавле, но против Вуджена он будет, конечно, стоять, держаться до последнего, ребят. Но все-таки лучше вызвать нам друидку. Поэтому на нее я уже накопил. Вон он, этот хмырь идет. Сейчас будем их притягивать сюда к нам. Вначале заморозим. Теперь притянем. Накажем. Да, зомби-камикадзе, конечно, мало здоровья отнимает. Но зато, когда они стоят на ядовитой луже, урон идет приличный. Особенно если друидка не будет сейчас тупить и будет отхиливать наши отряды. Молодец. Иди сюда. А, он уже все, он уже отдуплился. Потому что здесь два красных тотема стоит. Они, ребята, Вуджена быстро разобрали.
Вот и все. Я тебе говорил, тут сила в друидке. Чем быстрее ты ее вызовешь, тем лучше для нашего, как говорится, отряда. Здесь прибавляется всего лишь навсего черепаха. Это ерунда. Черепаха — это ерунда. Ну, зато если она своим снарядом бомбанет, ребята. Особенно если, не дай бог, будет здесь где-нибудь стоять юнит, замок тоже получит повреждение. А что я туплю? Давай-ка опять на друидку накопим и отправим ее. Вот, смотри, 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 смотри. Начинает. Иди сюда. О, она урон-то получает не очень большой, кстати. Черепаха это. Что-то я тут немножко обделался. Не дорасчитал. Лечи моего паладина. Эх, паладин не выжил чуть-чуть. Ты видел, как черепаху уничтожили через этот тотем? Она захотела пройти всадник на жерле, и ее тотем отталкивающий выкинул обратно. Да все, тут кранты. Друидка просто уже непрошибаемая. Там у нас и паладин, там и три щита бота. Это просто красота. Так, последний этап. И у нас, по-моему... Ух ты. У нас здесь энергия одна появилась, это хорошо. И вот здесь две. Это замечательно. Это прям найс, я тебе скажу. Так, ну что, против тебя, понятное дело, кто пойдет. Он сейчас, как всегда, в истерику будет впадать. Это 100%. Блин, ну вот Джен... Нет, не упал он в истерику. Ну вот Джен. Давай, 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 давай. Через отражение, правильно, так ему. Есть. Ну вот и крышка ему. Вот ему и крышка. Отдайте мне, пожалуйста, мой приз. Сладкий приз. Все прокачано. Это у нас все прокачано. И у нас территория захватчиков. Так, у нас... О, здесь энергия есть. Бородавочник. Самый мерзкий типок. Ой-о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 й. Это, ребята, подстава была. Это была подстава. Самая настоящая. Ты понял, да, почему я стал ускоряться? Но это бесполезно уже тут воевать. Да, с бородавочником, конечно, он меня... С ползуном, точнее, он меня, конечно, подколол. Просто подколол. Твою ж налево, я не думал, что он так быстро, конечно, разыграет. О! Нет-нет-нет-нет-нет, не надо меня туда. Давайте-ка меня сюда. Значит, он ползуном, да, пользуется? Значит, он ползуном пользуется. Блин, я просто хочу... О, успел. Нет, 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 не надо. И добьет, да? Нет, ребята, выжил у меня еще он. Вот кто мне нужен был. На тебе. Едет там. Еще нос не дорос. Бедный самурай, а. Как же они над тобой издеваются, а. И так тебя кинут, и сяк тебя кинут.
Ну, есть. Хороший был пробивной. Так, ребята, по-моему, у нас сейчас будет последняя битва. Да, последняя битва, потому что вот единственный отряд, на котором осталась энергия. Так что давай не подведем. Попробуем. Ух, хорошо пошло. Какой же рунин, ребята, по дамагу зашибательский, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Успел, блин. Да ты что ты делаешь-то, а? На тебе. И готово. Ну вот, ребята, как-то так мы с вами сегодня и сыграли. Я думаю, что очень даже неплохо. Так, ну что, энергии, я так понимаю, нету? Не накопилось нигде? Нет, нету, ребят. Тогда на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.